В Белгородской области России неспокойно с самого утра. В Кремле заявили о якобы вторжении на российскую территорию украинских ДРГ. Возле села Безлюдовка, недалеко от границы с Харьковской областью, уничтожен пограничный пункт. Буквально в первые часы ответственность за происходящее взяли на себя российские организации «Легион Свобода России» и РДК «Российский добровольческий корпус». Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений, свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. Так что же это за организации, каков их потенциал и способны ли они серьезно дестабилизировать ситуацию внутри России? Итак, Легион Свобода России. По открытой информации, это российский легион вооруженных сил Украины. Сформирован он был в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время полномасштабной войны. Свобода России принадлежит к интернациональному легиону ТРО Украины. В легион входят бывшие военнослужащие вооруженных сил РФ и другие россияне. По некоторым источникам в организации также есть белорусы, не имевшие опыта службы в регулярных войсках. Добровольцы легиона используют на шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ. По словам самих бойцов, бело-сине-белый флаг – это флаг свободной России. Как утверждают участники объединения, Легион Свобода России был создан для борьбы с путинским режимом. Что же касается зарплат бойцов легиона, то один из добровольцев в интервью одного из украинских YouTube-каналов сообщил, что пищевые продукты, заработную плату и оружие он получает от украинской стороны. Другой участник легиона рассказал, что раньше участвовал в акциях протеста в России. Я был обычным студентом изначально, хорошо учился, но я участвовал в протестных движениях, которые у нас в нашей стране были. В частности, я начал с 19 года, когда было московское дело, и очень много моих товарищей, единомышленников были они арестованы из-за дел, которые против них ФСБ начало шить. И в 19 году я тоже начал вместе с ними участвовать против фальсификации в выборах в Московскую городскую думу. Поскольку большинство бойцов легиона – это бывшие военные ВСРФ, ради своей безопасности они не разглашают личную информацию. Что же известно об РДК? Военное подразделение также сформировано в 2022 году, только на 5 месяцев позже. Корпус входит в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Состоит он из российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах. В состав РДК входят бывшие военные ВСРФ, сотрудники ФСБ и МВД в прошлом, активисты националистических неформальных движений, разочаровавшихся в идеях русского мира. Несмотря на достаточно высокий уровень медийности, численность формирования неизвестна даже примерно. Ни один из бойцов РДК никогда ее не называл. Их официальный статус непонятен, однако в РДК уверяют, что готовы с оружием в руках бороться с нынешними российскими властями. Но только после завершения боевых действий в Украине. В одном из постов в телеграм-канале РДК пишут, что до образования российского добровольческого корпуса как самостоятельного подразделения его бойцы в составе других формирований принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Мощун, Горинку. Они воевали в Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. На эмблеме флага РДК используется стилизированная спайка военизированной молодежной организации «Белая идея». Кроме официального символа, РДК использует флаг Украины. Итак, именно Легион и РДК сегодня проводили мероприятие по созданию полосы безопасности для защиты украинских граждан. Подтвердил это представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Да, сегодня русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, которые состоят из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородчины от так называемого режима Путина и отодвижения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения. При этом представитель разведки подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не заинтересована в атаках на территорию России, поскольку на это нет времени и оружия. Возможно, начав войну против Украины, Путин сам подтолкнул несогласных с его преступной политикой россиян к вооруженному сопротивлению. А что вы думаете об этом? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать события на востоке Украины.